Вдову Андрея Миронова мучило повышенное давление, в пандемию она тяжело перенесла коронавирус, а вдобавок сломала шейку бедра. В конце нынешнего лета в сети появились тревожные новости, что у звезды гусарской баллады диагностировали энцефалопатию. Эта болезнь поражает головной мозг, нарушая некоторые функции организма. Как Лариса Ивановна чувствует себя сейчас, она сама рассказала «Экспресс-газете», «К сожалению, я не могу ходить. Занимаюсь лечением, реабилитацией, надеюсь, что встану на ноги и вернусь на сцену. Но пока это только мечты. Лариса Голубкина достойно выполняет миссию вдовы великого Миронова. Порой это бывает очень непросто. Сколько крови ей выпила любовница Андрея Александровича, блондинка Татьяна Егорова и ее скандальная книга «Андрей Миронов и я», в которой она утверждала, что актер любил только ее, а на Ларисе женился по желанию своей властной матери. Лариса Голубкина не без раздражения отвечает на вопросы об изменах мужа. У Андрея было миллион женщин. В прямом смысле. И что я должна была к каждой из них ревновать? Я бы умерла от ревности. Но жил он со мной. Много лет. И мы были счастливы. Смешно, когда уже престарелые актрисы, как та же Проклова, начинают рассказывать о своих любовных похождениях. Поздновато уже. Поезд ушел, говорит Лариса Ивановна.